Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешачок. Пробуем словить дракончика нового. Так, это мы немножко не на тот аккаунт заплелись. Поехали. Поехали. Спалил вам админский аккаунт. Так, скоро вы будете его, кстати, видеть очень часто на видосах. Поехали, будем пробовать вытащить вот эту вот имбу. Сегодня у нас, я позабирал акции, была одна за соточку и вот эти вот и за 50-ку. В итоге у нас появилось 105 попыток. У нас еще есть 2 дня, то есть в любом случае, я думаю, на английском сервере мы его словим. Камешки нам дали, отлично, поехали. Вот 105 попыток, ну 105 это получается, 10 осколков однозначно вытащим. Такс, у меня... Уху-ху, окей, ну, let's go. Так, дали нам 5 осколков и собаку. У меня, знаете, такое чувство, что мы сейчас его... Давайте посмотрим, 90, сколько у нас осколков есть вообще всего. Там около 150 было. Вот так вот. Как повезет, ребят. Вчера 180, мы вытащили практически 100. Даже больше. То есть тут как попрет. У меня такое чувство, что они это все собаки растянут. Ну что это такое, блядь? Что это за хрень? И такое чувство, что мы его не соберем. И это чувство, ребята, оправдывается. Посмотрите, блядь, какие значки почета. Вы издеваетесь, что ли? Какой пес нахрен? Это жесть, ребят. Ну, мы максимум сейчас 170 осколков соберем, это от силы. Короче, я так понял, они на 3 дня растянут. Это все дело, это реально печально. Я уже запарился его собирать. 159. Явно мы сегодня его... Поехали. Раз. Книги, блядь. Еще раз книги. Да идите вы нахрен с этим. Вот. Что это такое, блядь? Вот уже просто слов не хватает. Вот это вот от этого бомбит. Сколько попыток. Вау. Только мы достали. Там, наверное, штучки 2. У нас было 153. Блядь. Это смешно, короче, на это смотреть. Давайте заберем. Тут у нас еще плюхи. Ну, посмотрите, что по расходникам. Ну, нафига мне эти апекс-кристаллы? Бомбит от этого уже. Так, что я сюда обратно полез? Поехали, посмотрим. Там еще плюхи сейчас пооткрываем некоторые. Так, скин, понятно. 170. Короче, если завтра они нам дадут еще 100 штук, это получается, мы где-то плюс-минус с вами должны вытащить его. Но это опять же плюс-минус. Лучше 180. Плюс, считайте, 250 к предыдущим видосам и всего лишь 170-200. То есть мы затратились и все равно его не получили. Я уже думал, что мы сегодня потестируем с вами его, посмотрим, но все-таки придется перенести это на завтра. Так, окей, отлично, поехали, посмотрим, что у нас еще сегодня за награды есть. Что там, хромаки немножко просвечивают. Ой, короче, такое вот, ребята. Такие вот пироги, как обычно, IGG нас... Удивляет. А запарили, блин, что за фигня? Не дают нормально забежать в акции. Так, бинго, алхимик. Это затрату. Молтаника. Ну, короче, ничего не дают. Мешков не продают. Печаль. Полная печаль, ребятушки. Тут тоже ничего интересного нет. Восьмые эмблемки. По акциям хрустальный, что в хрустальном СО. Ну здесь всего лишь 6 штук, но толку нам от этих 6 штук никакого вообще нет. Печаль, короче. Ну больше ниоткуда их не достать. Не падают. У нас архидемон заканчивается. Вот такие вот, ребятушки, пироги. А я-то думал, мы сейчас с вами вытащим 170, блять.
Как обычно, короче. Так, давайте пооткрываем эти плюхи, которые нафиг не нужны. Только место занимают. Блин, опять проблема с местом. Ой, GG, давайте уже что-то делайте. Я уже запарился. Вечно места не хватает. Так, эти тоже надо уничтожить. Они тоже нафиг не нужны. Так, что-то я... 5 не дооткрыл. 720 карт. Надо будет, кстати, заняться открытием карт. А дополнительные какие-то расходники. Короче, бомбит. Реально бомбит от этого уже. Уже запарился я. Третий день, блин, не могу получить героя. Дайте, блин, нормально этих плюх. И у меня такое чувство, что завтра мы тоже хрен что получим с вами. Знаете, этот рандом немножко начинает раздражать уже. Такс. Такс. Что у нас тут? Prime Chest. Больше ничего такого нету у нас на открытие. Какая-то печаль. Открывал сундуки. Перелимит уже. 2005 сундуков просто валяется. Ну, эти эмблемы смысла открывать нет. Так, у нас есть еще эмблемка. Надо нам сделать еще одну девяточку. Воодушек у меня хватает. Две оживы. Три оживы мы, по-моему, сделали. Так, а что я хотел еще? Какую сделать эмблемку такую интересную, знаете, чтобы можно было потестить? Ну, эти бессмысленно делать из ворот тоже смысла особо не вижу. Так, у меня что, не хватает уже красных сталиков? Не, есть. А, давайте, знаете, что сделаем? Я даже не знаю. Дата не знаю. Какую-то эмблему сделать. Что интересного такого сделать, блин? Девятая ремка бессмысленна. Девятый ожог. Но он не особо будет универсальный. Может сделать девятку. Добавится жизнь плюс 50 дефа, ну как бы как и каменка, но покруче будет. Каменка 9, это максимальный деф у нас будет. Блин, я вот задумался. Вот психощит беспонтово делать. Воодушек нам хватает вроде на всех героев. Грубая сила. А ну давайте посмотрим. Блять, бомбит от этого реально. 170, ну блять, ну как так? Они издеваются просто. Столько хлама, блять, натащить. Скорость атаки и плюс 200 у нас будет. Сделать девятую эмблему, потестить с пактами. Так, а что у нас тут получается, если мы... Если у нас будет девятка 197 200 атаки, а тут если будет девятка 8 300. Ну давайте ради интереса сделаем вот девяточку, интересно будет посмотреть. Думаю, максимальный дамаг, когда герой будет уходить в инвиз. Ну это опять же при условии, что мы словим скилл. Затестируем такой вариант, также потестирую в принципе на некоторых героях. Сейчас посмотрим, у меня должно быть хватать там восьмерки, надеюсь. Вот как раз есть, отлично. Вот так вот сделаем девяточку. Девяточку и цепанем Фрея. Будет интересно, я думаю, у нас Фрея с максимальным уроном. Где ты, Фрея? Блять, бомбит все равно.
Это жесть какая-то. Девятка, вот так вот. Вот это вот максимальный урон у нас будет. Давайте где-то в рейдике сейчас, может, затестируем сразу. Попробуем. Так, космос водушкой. Тут вроде нормально. Давайте позапускаем, посмотрим хоть на урон. Ну, она еще в инвиз пока не ушла. 213, 400 добила. Вот сейчас должна уйти уже в инвиз. 500 тысяч, нифига себе. Вот, хороший урон. Вот, пошла жара. Ну давай уже бей, все, она бьет уже не тех, кого надо. Переключилась на голубей. Ну давайте еще на подземочку, потом я запишу вам видосик нормальный. Блин, капец. Я уже так хотел этого героя потестить. И как обычно нас обламывают. Запарили уже. Сейчас она мелких... Ну, тут она, скорее всего, в инвиз так быстро не уйдет. Она изначально... Вот 9 миллионов. 9 обычный удар. Но это она еще без... Это она бьет, ребят, 9 миллионов. Это еще без эмблемы. Эмблема... Она еще не ушла в инвиз, поэтому мы тут вряд ли проверим. Вот сейчас она должна... Вот только она ушла вот в инвиз. Видите, она уже всех поперебивала. Ладно. Сделаем потом тест. Короче, вот так вот. Ставьте лайк, ждите следующего видосика. Я думаю, уже завтра достанем. Всем удачи, всем пока.